Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем играть Police Tactics Imperium. И чтобы нам двигаться дальше по сюжетной линии, нам необходимо два уличных спецназовца. Пока у нас нет такой возможности. Давайте посмотрим, возможно, мы сможем кого-то нанять. Так, выбор у нас... Так, вижу одного, вижу точно. Давайте его наймем. Так. И кого-нибудь второго. С тактикой главное, чтобы был. Давайте вот этого. С тактикой. Так, это у нас будет будущий спецназ наш. Так, этого давайте повысим. До семерочки. И этих мы можем отправить куда-нибудь на вызов. Ну, допустим, сюда. Так, и как мы помним, с вами можем приобрести теперь машину для уличного спецназа. Давайте купим. Вот будет автомобиль. И вот эти два чувака у нас будут ездить там. Так, хорошо. Пока некуда их отправлять, пускай едут на патруль. Давайте смотреть, что у нас дальше. Что у нас еще тут есть. Так, у нас криминалисты расследовали место преступления и могут заняться уже детектива. Так. Теперь ты сюда и сюда. Так, с этим мы разобрались. Этих пускаем на патруль один. И что у нас сверху? Давайте глянем. А, у нас чуваки тут пеший патруль у них, да? Давайте рассадим их по машинам. И заодно повысим уровень. Очки распределим. Так. Тут у этого семерочка будет. Так, отлично. Просто супер. И у нас есть вызов сразу. А, у нас мотоциклист справится один. Ну-ка, даже интересно, как это будет. Прикольно. Такие стуки такие. Так, и у нас еще один вызов есть. А, вот здесь, кстати, непонятно, как здесь реагировать. Честно говоря. Так, давайте мы всех посадим в машину. Потому что, получается, преступники там внутри будут сидеть. И как их оттуда выкурить, я не знаю. Так, этих пока на патруль отправим. Хорошо. Ну, давайте, допустим, вот этих вот наших. А, эти не справятся, смотрите-ка. Хорошо, и вот этих. Так, и ребята все-таки писали, что штраф выписывается, да? Хоть мы этого не видим, но он выписывается. Поэтому давайте мы поставим машину. Пускай она все-таки штрафует. Работает наша камера. Так, и мы вот смотрите, подъехали, и получается, что ничего. Преступники внутри здания, и мы ничего сделать не можем. А возможно, для этого и нужен, да, спецназ какой-то или что, непонятно пока. Мне, как с этим вот бороться, с такими именно заданиями. Поэтому, я не знаю, давайте мы его пропустим, пускай они патрулируют где-нибудь рядышком здесь. Но вот что делать с этим заданием, я не знаю, честно скажу. Так. Вообще, вот, по идее, показана область, да? Где нам надо создать пеший патруль, но... Может, проверку какую? О, смотрите, наш этот оштрафовали за превышение скорости. Наш мобильный пост заработал. Или же пустить патруль вот здесь, вокруг. Где их? Где они вышли? Да блин. Короче говоря, не знаю, как поступить. Если кто-то знает, напишите в комментариях, вот как с этим бороться. Так, у нас есть вызов. Давайте наших спецназовцев будущих отправим. Они как раз должны справиться. Так, хорошо. Пускай едут, надо качать. А мы здесь будем разбираться. Так, детективу можно повысить. Давайте это сделаем. Ну вот и что? Вот что делать? Что делать?
Вернуться в департамент. Стоять. Так. Организовать засаду. Давайте сделаем засаду. Но я не знаю. Мне кажется, это все хрень полная. Так. Ну что, у нас будущие спецназовцы. Давайте посмотрим. Смотрите, там чувак с косичками. Давайте, давайте, валите. Так. Есть. Одного уже можем повысить. Отлично. Так, давайте смотреть. Добавляем очко. И второй. А второй у нас уже спецназовец. Смотрите, а мы не можем сделать его спецназовцем. Что за фигня? Может, у него комнаты нету? Точно, смотрите, надо комнату купить для них. Вот, теперь у нас будет спецназовец. Уличный. А есть уличный спецназовец, а есть просто спецназ. Во как. Во как бывает. Так. Давайте дальше. Сюда их отправлять. Будем качать их. Так, и этого мы так и не повысили. Мы получили первые расшифровки списка жертв. Помните убийство в кинотеатре? Имя того парня в этом списке. Его проверили. Все-таки убийце был не нужен его попкорн. Так. В чем проблема? А, эти не справятся. Надо им помощь. Окей. Давайте поможем. Смотрите, спецназовец. Прикольно, он со щитом такой, зелененький. Прикольно, так. Этих отправляем. Патруль 4. А эти у нас на вызов поедут. Так, будем вкачивать, вкачивать. Так, что ж тебе поднять? Что ж тебе поднять? Давай патруль. Так, еще один у нас товарищ. Тоже патруль. Так, где у нас там далеко? А, это все этот вызов? С которым мы никак бедным справиться не можем. Минус 8. Но мы приехали, что? И ничего. Так, еще один штраф выписали. Отлично. Ладно, езжайте вы пока на первый патруль. Спецназ давайте на второй отправим пока. Чтобы они в разные стороны поехали. Так, я не знаю, что нам дальше делать, ребят. Честно, не знаю. Так, и нам можно было бы... Было бы... У нас деньги есть, у нас денег мало. Ладно, в следующий раз нам дадут денежку, и мы с вами тогда купим патрульную машину нормальную. Чтобы у нас два полицейских ездило. Ну вот и что с этим делать? Получается... Ого, двадцатка, нифига себе. Так. Где наш спецназ? Всех туда. Ничего себе, двадцатка. Так, все, всех поймали. Спецназ наш не успел. Так, ладно. Вот этих двоих отправляем сюда. А эти у нас на четверку возвращаются. А чего этот у нас тупит, ничего не делает? Так, у нас здесь вызов есть. А, на него ж еду, да, наш спецназовец? Пока, значит, не реагируем. Так, что у нас здесь? Когда у нас чувак выздоровеет?
Уже скоро. Уже скоро. Ничего себе, стрельба даже. А это чисто со щитом, получается, ходит. Давайте арестовывайте. Все, молодцы, молодцы. Так, патруль номер один. Патруль номер два. Поехали. Так, что мы можем поднять? Ой, блин, а у нас, смотрите, эти раненые. Давайте-ка мы отправим их лечиться. Лечиться. Так, когда у нас этот выздоровеет уже, товарищ? Ну же вот-вот, можно сказать. А где наша... Так. Давайте-ка ты тоже в департамент приедьте. Так, сейчас мы этих вылечим. Отправляем их. Патруль номер один. Так. Давайте вот этих двоих отправим. Пускай едут. А эти пускай покалечатся. Эти пускай покалечатся. Так. Этот садись. Этот еще нет. И у нас еще два полицейских есть. Вот этот, кстати. Давайте мы его отправим тоже. Пускай он. А этот где чувак? А, ну этот ладно, это они втроем там ездят. Я думаю, ничего страшного не будет большого. Так, как наш спецназ работает? Вот так вот. Все быстро. А этот чуть-чуть идет, бедный. Так. Этих отправляем. Один. Так, эти у нас продолжили. А что у нас в департаменте там происходит? Так, этого можно сюда. Пока его на тройку отправим. Так, нам мы хотели, кстати, автомобиля за место мотоцикла. А если мы его продадим, сколько он будет стоить? А, нет, 300, у нас 1000 будет. А если нам купить? Купить сколько? 1800. Не пойдет. Значит так. У нас, кстати, вылечился наш чувак. Так, пока на вторую. Кто у нас здесь? Где наши спецназовцы? Давайте туда. Можно было, кстати, в департамент пока съездить. И забрать еще одного полицейского. Чтоб они втроем ездили. Там время пока еще терпит. 91% безопасности у нас. Это, кстати, не очень много. Так. Справится. В ноль будет. Ну ладно, бог с ним. Мы сейчас повысим их. Так, у нас вот спецназовец. На 5 его лупанем. Так, и у нас второй кандидат. Все, теперь у нас 2 спецназовца. Отлично, мы можем взять сюжетку. Тогда, наверное, не будем мы реагировать на этот вызов именно спецназовцам. Так, давайте патруль один. А, они там сами разобрались. Ну, так вообще великолепно, молодцы. Так, 7. И штраф кому-то выписали там. Так, криминалистов можно повысить немножко. Так. Так. Хорошо. Все, мы готовы к сюжетке. Давайте посмотрим, что у нас там. Миссия 10. Беспорядки и убийства. Мы, наконец, расшифровали весь список жертв. Отправьте своих людей. Нужно попытаться спасти жертв. Так, старый город нам будет доступен. И новое улучшение. Дополнительная комната офицеров уровень 1. Так, соглашаемся.
Где у нас это все? А, вот где это все у нас. Окей. Этих пока сюда. Этих сюда. А где наш спецназ? Этих сюда. Так, у нас еще воры есть. Этих сюда. Так, отлично. Что у нас здесь происходит? Давайте смотреть. Все, поймали они преступника. Одного поймали, второго поймали. И вот, а, вот еще у нас. А, там именно спецназ нужен. Смотрите, зеленым, да, выделено. Ха-ха-ха. Ладно, давайте все вместе поможем спецназу здесь. Смотрите, здесь 35, офигеть. Так, сейчас они рассядутся. Давайте, давайте. Так, хорошо. И отправляем всех сюда. А что тут у нас такое будет? Разборки? 35. Там, наверное, с автоматами, скорее всего. Ну где они там? Летят, летят. И что? И что, мы ничего не можем сделать? А чего мы не можем реагировать никак? Я не понимаю. Может, их вручную надо направить? Или этого мало, я не пойму. Этого мало? Нифига себе. Так ага-га-га-га-га, где? Где еще какие машины есть? Давайте этих еще отправим. Так. Всех туда лупанем. Все равно мало? Ё-моё. Подождите, может, кого-нибудь повысим? Шестерка. И детективу дадим. Может, час получится. Есть. Вот это сеча века. Они еще и бегут. Все. У нас офицер, по-моему. Смотрите, одного спецназовца завалили. Вот это было круто. Так, миссия 10. Беспорядки и убийства. Ваша команда проделала отличную работу, нам удалось всех спасти. А теперь держитесь покрепче. Некоторые люди из списка жертв оказались химиками. Андрей Орлов нанял их для разработки препарата, который делал людей более агрессивными и жестокими. При помощи жертв нам удалось поймать Андрея Орлова, главу преступной группировки района, и одного из убийц. Несомненно, именно он стоит за этими беспорядками. И я уверен, что он расскажет нам много всего интересного. Точно расскажет. Я хорошо разбираюсь в подобных типах. Так, у нас есть еще один. А, справитесь вы здесь? Нет. Хорошо, вот так тогда. Так, и у нас еще один вызов. Давайте туда отправим. У нас получается... У нас получается, что одна машина свободная, что ли? Неужели у нас только... Ага, смотрите, у нас четверо полицейских.
забили до смерти. А это что такое? О, это погоня ж. Смотрите, это ж погоня надо. Так, а где? Прикольно. Мы за ним гонимся, но толку я вижу, что никакого. Так, нам бы еще полицейских нанять, но у нас нет возможности. Так, смотрите, у нас вот появился участок, где у нас довольно часто превышают. Вот мы туда сейчас и отправим всех. Так, эти справились, хорошо. Давайте сюда. Так, поймали все-таки? Где они там? Так. Лупасит там. Так, хорошо. Так, у нас тут все поперепуталось, короче говоря. Не знаю, надо сейчас, наверное, нам всех отправить в департамент. Давайте всех отправим в департамент пока. И будем перераспределять. Потому что у нас неразбериха полная творится. Так, ну он аж лупит там. Блин, еще одного нашего уличного завалили. Они какие-то... Это не спецназ, это я не знаю, что это. Это какой-то не спецназ. Так, возвращаемся на базу. Так, и давайте смотреть, у нас, в принципе, есть вызов один, да, 14-м. А какие у нас тут полицейские живые? Так, трое. Вот сюда. И отправляем на вызов. Так, это у нас... Быстро, это у нас криминалисты. Криминалисты и детективы сюда. И на патруль один. Так, отправили. И у нас только один полицейский, получается, есть, да? Это плохо. Тогда садись сюда. И патруль номер два. У нас две машины пустуют. Так, этих сюда. Миссия 11. Слишком много вещества. За аптекой был найден труп. Отправьте туда команду. Лаборатория криминалиста, второй уровень, дополнительная комната криминалистов. Так. Вот наша заданица. Отправляем криминалистов. Так, у нас есть вызов. Отлично. Так, эти поймали, разобрались, хорошо. Эти у нас расследуют. Так, нормально там наши, наверное, штрафуют так. Так. Слишком много вещества. А когда наш этот товарищ выздоровеет, второй? О, еще не скоро. Очень даже не скоро. У нас весь уличный спецназ на больничке лежит. И он еще целый день будет лежать. Можно сказать, у нас его нету сейчас. Так, пускай он там и щелкает дальше, раз там такое хлебное место, пускай щелкает. Так, этих мы отправляем на патруль 4. Так, хорошо. Что у нас здесь? Здесь у нас все ездят. Ну, проставят машины, это тоже неправильно, я не знаю. Давайте, наверное, наймем хоть кого-нибудь. Так, кто у нас там есть? Я думаю, что в скором времени нам понадобится либо тактика, либо вот эти чуваки. Внедрение. Давайте внедрение возьмем.
И все, пока никого больше не будем нанимать. Пускай он один будет. Мы сейчас нашего мотоциклиста вернем на базу и отправим их на быстрой машине. Где там мотоциклист наш? Так. Вот, и вы вдвоем езжаете на машине. Патруль номер один. Все, поехали. Так. Эти у нас заканчивают уже. Хорошо. Давай, давай, давай. CSI work successful. Search for eyewitnesses and interrogate them. Че вы все попрятались? Детективы, работать. Yes? А где еще два? А еще? Understood. Хорошо. Так, ну все, вроде бы разобрались. А что у нас здесь? Так, день закончился. Сколько нам дали? 2600? Нормально, всего 7500. Неплохо. У нас пригород, видите, 75%. Надо больше внимания уделять пригороду нашему. Так, хорошо. Поэтому, наверное, знаете, что мы сделаем? Мы вот этих ребят тоже отправим в пригород. Патруль номер 3. Так, миссия 11. Слишком много вещества. Свобода может быть... недолговечный. Угадайте фамилию нашего трупа. Орлов. Наши криминалисты говорят, что он умер от передозировки неизвестным наркотиком. Не верю, что он сбежал из тюрьмы только для того, чтобы свести счеты с жизнью при помощи наркотиков. Это был не побег, а казнь. Так, криминалистов нам добавили. Комнату еще одну дали. Так, хорошо. Подождите 120 секунд. Прикольно. Так, если вы разобрались, ребятушки, козлятушки, идите-ка вы тогда патрулируйте. Так, отправляем патруль один. У нас там все равно никого нету. Так, этих патруль номер 4. А, ну они сами схватят его. Не надо с патруля снимать. Так, а вот смотрите-ка. Вот с этим патрулем нам надо как-то по-другому сделать. Так, у нас патруль 4, патруль 3. Пеши убираем вообще. Так, а вот здесь мы поменяем. Все вот сюда. Все вот сюда. Так, вот так вот будет патруль у нас. Так, хорошо. Хорошо. Ну, у нас такой уже город большой. У нас, кстати, в третьем районе вообще ничего нету, ни одного патруля. Надо будет тоже как-то делать это. Так, продолжаем. Миссия 12. Нечего сказать. Мы только что получили анонимный телефонный звонок. Звонивший сказал, что Орлов на самом деле был убит в квартире неподалеку, а потом его перетащили на предполагаемое место преступления. Пока мы не выяснили подробности, но это может быть зацепкой. Вызывайте криминалистов. Так, ну что, дорогие друзья, данное задание мы уже возьмем в следующей серии. А в этой серии я буду с вами прощаться. Говорю спасибо, что смотрели, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!